Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Call of Duty. Итак, у нас орденская операция. 6 недель назад Тёрнер был убит, а я получил повышение. Рождество. Мы стоим в Бельгии, в Орденском лесу. Холод такой, что моча сосульками стынет. Нас ждет адская бойня. Ждет. Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит, нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Не завидуй. Так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Спасибо. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рэй. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага. Шпёру одного резервиста, замёрзшего до смерти. Что со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно. Хозяину они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, мороже тут задницу свалит, придурки. Вот черт, Пирсон тут. Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Хватай ящик с патронами, отнесешь их. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цельтесь получше, черт возьми. Че, вы ж патроны поделить не можете? 5 патронов каждому дал, винтовку одну на двоих, на троих. И все. Где-то здесь, да? Где он? Ну, блин. Еще дальше. Господи, тут они сейчас пойдут. Я принес патроны, ребят. Без шапки еще. Настоящий старик Санта. Бросай под дерево. Ну будешь брать? Под елку. Шоколад, сухие носки. Черт, крауты на холме, впереди. Заело. Принял, скрокни. Вот так вот. Порядок. Это все? Ищи другие. Подожди, перезаряжусь. Так они пошли мимо 8-8-го. Либо сходил в штабную палатку.
Давай. Блин, откуда пришел туда и бежать сейчас? А вы-то что так ходите вальяжно? Как у себя дома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Говори. Для вас есть кое-что. Это Говор. Приятно с вами познакомиться. Лови краба. Не ожидал. Что, придется работать с таким инженером? Говор был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умирали. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Денис только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь дать не нужно. У летчиков дел по горло. Ты чё бузишь-то ходишь? Недовольно. Осталось лишь проводить этих ребят до рейда. Да, если правда, не все мосты там. Куда мне? Ой-ой-ой! Успею пробежать. Мины! Мины! Итак, я в своем окопе. Подождите вы. Не паникуйте. Вроде бы все. Ты там как? Живой. Усыпляют бдительность перед атакой. Ой-ой-ой-ой. Нам надо найти Пирсона. Надо найти Пирсона. Сюда. Давай посмотрим, что у нас здесь. Да сделаю. Давай посмотрим, кто там у нас в теремочке живет. Так, кто еще тут? Давай. Что у тебя тут? Достал! Она прострелена! Нужно время! Нельзя их сюда подпускать! Ничего страшного. Так. Защищать. На, пока отстреливаюсь. Так. Подожди. Давай. На. Где вы? У вас нескончаемый поток идет. Нужна помощь. Аптечку давай. На.
Так. Подожди. Лечение. На. Вот так. Вызываем. Бродяга Джо, бродяга Джо, это Deadwood White 5. Запрашиваю авиаподдержку. Прием. Понял, Deadwood White 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Понял, штаб. Проводим бомбардировщик. Полная смена курса. Мы в 3 минутах от цели. Разберемся с тяжелой техникой. Ну, что мне, стрелять? Блин. Ненавижу. Ой, как ненавижу. Так, управление тут идет на мышке. Так, инверсирует управление полетом. Нет. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Да подождите. Где вы? Не вижу вас. Хотя знаю, вы должны быть. Понятно? Стой. Где еще? Вау, так-то их много тут что-то. На. Блин. Где? Мы падаем, повторяю, мы падаем. Давай. Есть. Где? Вот он, вот он. Так неудобно так. Помогите, помогите, помогите! Помогите. Чем тебе помочь? На. Сбили. Теряем высоту. Подожди. На. Попадание из зенитки. Левый двигатель вышел. Подожди, подожди. Есть. Все? Нас подбили! Откат всех систем! Подождите. Нас подбили! Нас подбили! Меня не подбили. Снижаться. Левый штурвал заклинило! Теряем высоту! Снижаюсь. Набирайте высоту. Набираем. Небо чистое. Если что еще надо? Крауты вернулись. Блин. Сзади. Сколько вас еще там? Тихо, тихо. Первый есть. Второй есть. Давай.
Подожди, подожди, не падать. Есть. Спасибо, что сделал небо чуть безопаснее. Еще немного. Эй, вы должны нас защищать! Помогите, помогите! Да подождите вы. Есть. Тут сюда, 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 сюда. Подожди, подожди. Прекратить огонь по своим. Да какие свои, тут вон прячется за вас. Все, сбит. Подожди. Опаньки, опаньки. Подбили, нас подбили! Подождите, не ори. Чё ты как... девка. Давай, давай, давай. Попадание из зенитки! Всё, вроде всех. Стреляй по краудам, отца! Ой-ой-ой-ой. Штаб, это 509-й. Мы проводили бомбардировщики и готовы оказать авиаподдержку. Вас понял, 509-й. Вражеская пехота и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием. Бродяга Джо, бродяга Джо! Голден, Германия. Нас теснят! Где чертова авиаподдержка? Ждите, Декут Уайт 5. Авиация в 50 милях от вас. Прием. Ну, так это быстро. На самолете это быстро. Беги, беги, беги! Авиаподдержка летит! Давай, давай, давай! Запусти ты его! Ни хрена! Так. На. Сейчас, подожди. На. Тихо, тихо, тихо. Где еще? Я вас вижу. Пойдем на левый фланг. Да дайте мне сюда. Где ты? Ой. Тебе какое дело? Какое дело-то? Давай. Не дает. Подожди. Что еще? Дай сюда. Береги,
Все, можно выкинуть. Давай. Все будет нормально. Куда тебя тащить? Вытащи меня отсюда. А, вот сюда тащить. Подожди минутку. Сейчас. Держись, дружище. Вот, посиди здесь. Здесь есть аптечка. Давай. Сюда передай. Аптечку дай. Этот козел мне не хочет помогать. Аэлла, дымовую не подкинешь? Подожди, пока цели появятся. Аэлла, дымовую не подкинешь? Ну вон танки же уже. Сейчас, цели пока нет. Есть цели, нет, это мне решать. Так. Ой. Ну так там близко не надо, конечно, подходить вам. Я считаю это нагло уже с вашей стороны. Ой-ой-ой. Ой. Оглох. На аптечку. Ну-ка подсвети ко мне. Вот так можно работать. Так, давай. На. Бум. Ну ты, Шушер, это я тебя здесь тут сам подобью. Так. Что надо? Присоединиться. Присоединюсь. Вообще не слышно, что ты говоришь. Ложимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да подождите, бегу. Я вот этот танк, кстати, хотел уничтожить, не получилось. Миссия подвернулась. Давай, втягивай меня. Ждем. Зачем мне пистолет? У меня пулемет был. Воу, на! Нате вам! Прекрасно! Прекрасно! Надеюсь, мы выжили. Пирсон слетел с катушек. Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль.
Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Сдаются, да? Дэниел, сведи Краут откуда следует. Да, сэр. И давай пошли. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Касселем. Теперь мы сами за себя. Ну что, вот смотрите как. Победили авиаударом. Можно сказать, немцев к ногтю прижали. Неплохо. Как Пирсон не старался нас угробить, мы все-таки отстояли колонну. Наступление противника остановлено. Тернер гордился бы нами. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!